Коррупционный скандал во Владимирской области. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника регионального УВД. Сергея Губарева подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Как пояснили в Следственном комитете, главный полицейский области неоднократно отправлял своих родственников и просто знакомых в ведомственный реабилитационный центр. Фактически его использовали как гостиницу. При этом из казны еще и выделялись деньги, так сказать, на материальную помощь сотрудникам медучреждения. Это, по сути дела, была плата за выполнение незаконных приказов. По такой же схеме за казенный счет близкие Губарева ремонтировали свои машины. Сейчас он временно отстранен от должности.